Так, Fallout New Vegas. Сразу оценим графику. Она просто позорная. В Обливионе в 100 раз, по-моему, лучше была. Вот мы смотрим, ваза вообще не круглая. Пипец. Текстуры ужаснейшие. Глобус, ну это говнище. Вы посмотрите, глобус какой ебанутый, а. Пиздец. It's terrible. А полочки, а даже непонятно, что на них лежит, блин. Клизма, блядь. У чувака рожа тоже достаточно как-то хреноватая. В Обливионе, по-моему, покруче было. Пиздец. Пипец, начальный уровень, это не дом, это такое унылое говно, а? Просто унылейшее говно. Опять этот унылый пип-бой с этим дебильным мальчиком жизнерадостным. Как же меня бесит этот вот рисунок гребаный. Когда ему ногу там оторвет, он плачет. Пипец, лично меня это только раздражает. Вот эти все жизнерадостные ебала, блин. Ну, в общем, полностью такой же, как в первой части. Ну, в смысле, в третьей первой. Мир типичный, фоллаутовский. Унылый до ужаса. Стрёмно нарисованный. Вообще не интересно. Только бампа до хера. Да, скрипты так и не исправили. Робот действительно остановиться не может, когда натыкается на человека. Мотоциклы. Пиздец, сразу не догадаешься, что это человек, а не куст. Грёбаные диалоги, блин, а? Выбирать там нужно еще ответ. Не, ну это ужас, да, это смотреть, это пиздец просто. Пиздец, а гляньте, чего? Я не прыгал, обратите внимание, вот сейчас вот я прыгнул, а до этого... Опа! Братья-близнецы, как там, сиамские близнецы, нахрен. Ужас, конечно, просто ужас. It's terrible. Ха-ха-ха-ха! Отстой, а. Каспер, блин. Как мы видим, тут кирпичная кладка самая худшая из всего виденного. Хотя текстуры я, по идее, ну вообще все практически на максимум выставил. Но графика кал полный. В том же Medal of Honor 2010 и то получше, пожалуй, будет. Прикольно, можно двигать барана. Ебать, да это же китайская поделка, а. Ни в одной серьезной игре так нельзя делать. Только в поделочках, которые
на коленке за 5 секунд вот сделали, придумали, вот так вот можно баранов двигать, ебать. Давай, баран, ёпты. Что-то в меня стреляют, что ли? Ага, вон чувак стреляет в меня. Командос, командос! И вообще не перезаряжает ничего. Пиздец, боевка, а. Сука, и долго мы друг друга будем пиздить. Какой прекрасный куст. Осаки, бля. И чё это произошло? Видимо, загрузился автосейв. Ух ты, ебать, или это такой же, который там был? Чё-то мне он там поменьше показался. Это, по-моему, поздоровее. Чё, мальчик или девочка, а? Ты мальчик или девочка? Ща по яичкам дадим, проверим, мальчик или девочка. Опа! Поломился. Собака за ним похуярила. Какой красивый фургон, ебать, а? Тут можно жить, в нем ночевать. Все будет пиздато. О, кукуруза. Зачем ей расступаться, а? Просто сквозь нее бежишь и все. Конечно, перепрыгивать он не умеет через такие заборы. Куда уж ему, а? О! Откуда пушка? Пушка детям не игрушка. Нормальное такое отверстие, а? Это в железе, обратите внимание. То есть это, видимо, танк. У него 100 миллиметров брони. Как мы видим, исчезает. Как у Т-1000 затягивается. А с этой стороны непробиваемо, а? Только сбоку пробиваемо. Там, видимо, броня поменьше. Как меня бесило в третьей части оригинальной, когда вначале там дали винтовочку это в тире, который стрелять. Как издевательство. Из такого дерьма там нужно было каких-то тараканов гасить. Ну, в общем, физики в этой херни, походу, нету. Она как качается, так и качается. Стреляй в нее, не стреляй. Да, действительно, зачем пробиваться этому кокосу? Это излишество. Пипл и так схавает. Но это же был выстрел в башку, блядь. Пиздец, я ему в бошку просто тупо стреляю. Ну все. Пизда ему. Хе-хе, пушка сквозь него проходит. Ебать, унылое говно, а. Ух ты, есть физика, оказывается. У бочек.
Вот уж не ожидал-то, откуда в такой игре физика? Нормально он так отлетает. Хопа! Хопа-хопа! Футбол можно поиграть. Можно, пока бежишь на задание, от нечего делать, пинать перед собой ящик. Так как бы будет чем заняться.